Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить собаку ходить в туалет на улице. Приучение к туалету на улице – важная часть воспитания любого лающего друга. Как только щенку будут поставлены все необходимые прививки, можно начинать приучать собаку к выгулу. Но как лучше это сделать? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Внимательно отнеситесь к выбору мест для первых прогулок. Лучше всего гулять с собакой вдали от шумных улиц и детских площадок. Так лающего друга ничего не будет отвлекать или пугать. Кроме этого, специалисты рекомендуют гулять с щенком в излюбленных местах собачников. Лающий друг будет брать пример с других собак и быстрее приучится к туалету. Щенок, привыкший справлять нужду дома, не захочет делать это на улице. Он будет дожидаться возвращения с прогулки. Поэтому в первый выгул нужно перетерпеть малыша и дождаться, пока он все-таки сделает свои дела на улице. На это может уйти не один час. Поэтому будьте готовы к долгой прогулке. Выгуливайте щенка сразу после кормления. Не отвлекаясь на другие дела, выводите собаку на улицу после приема пищи. Щенок не должен успеть сходить в туалет дома. Во время приучения к туалету на улице важно, чтобы собака оказывалась в ситуациях, когда она может справить нужду только на свежем воздухе. Не давайте собаке ходить в туалет дома, внимательно следите за ней. Если вы не поймали щенка на месте преступления, не ругайте его, он не установит связи между проступком и наказанием. Если же питомец только устроился справлять нужду, можете его поругать. Однако ни в коем случае не бейте и не дергайте собаку, вашего строгого тона будет вполне достаточно. Так лающий друг поймет, что ходить в туалет дома нельзя. Пока собака не привыкнет справлять нужду на улице, следует гулять с ней как можно чаще. На первых порах может понадобиться даже 5-7 прогулок в день. Важно ловить те моменты, когда щенок собирается в туалет, и выводить его на улицу. Яркими сигналами такого желания являются кружение собаки на одном месте и обнюхивание территории вокруг себя. Первое время хвалите щенка каждый раз, когда он ходит в туалет на улице. Выражайте свое восхищение и радость мягким голосом, гладьте любимца, играйте с ним. Постепенно собака поймет, что ходить в туалет на улице – это хорошо и правильно. Теперь вы знаете, как приучить собаку ходить в туалет на улице. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваш щенок быстро обретет эту важную для всех лающих полезную привычку. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!